Михаил Викторович, я реагирую на то, что вы сказали, я тут несколько вещей записывал. Ну, я внимательно слушал ваше выступление там, и резюме по то, что у вас было на вашем одесском антикоррупционном форуме. Вы сейчас выступаете гораздо мягче. Я не понимаю. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. Сказали это бездоказательно, ясно, четко, недвусмысленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потом. Очень доказательно. Очень доказательно, и буду еще больше доказывать, и буду на общественную... Господин президент, я прошу, вас не боюсь, порядок, значит, что значит мягко выступать? Да, бандит Мартыненко ваш друг. Вы говорите как в таких случаях? Нет, бандит. Так говорите? Что значит? Этим не скажу. Так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Вы будете отсюда вон и наплевать вам тогда. Арсен Борисович, я призываю вас к вежливости. В отличие от вас, у меня миллионов и миллиардов нет нигде. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. За свои миллиарды будет отвечать в другом месте. И у меня я за мои миллиарды еще раз я их искал. Поищите хорошенько. Арсен Борисович, можно без мата? Да, был мат. Так, Арсений Петрович, я вас прошу. Я хочу закончить. Тогда прошу вас по сути пояснить, а не по комментарию выступления. Прошу вас. Когда мы говорим про целый ряд вещей, которые были сказаны, конечно, приватизация. Конечно, полная приватизация. В том числе и ОПЗ. В том числе и для того, чтобы сейчас максимально вывести на белый свет и немедленно приватизировать весь ОПЗ. Только у меня вопрос. Вы своими действиями, господин Саакашвили, препятствуете приватизации ОПЗ или нет? Я не собираюсь с вами сейчас ничего обсуждать после ваших разговоров. После ваших разговоров я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. Я никогда не позволю. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проворовавшийся, которого все знают, что работает на схемах сидит, разговаривал с Саакашвили с таким тоном. У меня больше репутации ничего нет. Я не собираюсь, чтобы какой-то проворовавшийся министр, которого вся страна знает, что вор, которого вся страна знает, что вор, которого вся страна знает. Я не собираюсь, чтобы вы собрали. Я закрываю заседание. Мерзавец, блядь. Тварь последняя. Вор! Да, вор. Так ты как-то будешь сидеть, тебе то потому что ты украинский стране страны. Украина станет с тобой, и ты будешь сидеть. Я тоже свою страну довел. Ходить к черту из моей страны. Арсен Борисович. Негодяй. Из твоей страны, я украинец. Да. Между прочим. Я украинец. Нет. А ты трепло артист. Трепло. Вот кто. Артист, блядь. Циркаль, сволочь такая. А поставь я... И выбор. Блин, Австралион. Трепло. И выбор. Говню, блядь. Меня пригласили в страну. Дело делать. А не аферизмом политическим заниматься. Трепло. Я думаю, вы оскорбляете президента, вы оскорбляете страну, да, вы оскорбляете парламентариев, да, вы оскорбляете народ Украины. Вы оскорбили президента, народ Украины. И вы будете за это отвечать. Все разошлись.